И она говорила о том, что благословлял меня, не жаловалась мне время. Дорогие друзья, сегодня я хочу особо отметить детей. Дорогая Люба, Лиза, дорогой Петя, где он, Петя? Я помню, как вы эмоционально, с любовью, и это было с матерью. Она была счастлива. Твои дети, мирные люди, красивые, я думаю, они получили хорошее воспитание у твоей матери. Я всегда благодарен, мы все благодарны тебе, сестрам, за ваше такое любезное отношение к матери. Кто вам помогал?